удивительно. Вдруг неожиданно захотелось поиграть резко в Walking Dead Survival Instinct. Ибо игра хороша. Чуть больше, чем полностью. Хотя это неправда, блять, я пизжу как Троцкий. Ну так, пойдет себе игра. Знаете, после просмотра фильма «Лига справедливости» хочется непременно чего-то такого трэшового в кровь, чтобы успокоиться от всей той мерзкой пакости, которая происходила в фильме. Ну да, я все им дал, это задание, это все верно. Инвентарь я свой раскидал как нужно. Еще раз. Хорошо, что игра это запомнила. Это очень хорошо. Yeah, I'm on it. I'll whistle if I turn anything up. Hi, you okay? I'm fine. A little tired, maybe. Been a long day. Единственное, что я вспомнил, что я забыл, это повысить качество. Jess, where'd you go? Качество записи. Но, ладно, я думаю, в следующий раз я это точно вспомню сделать. Обязательно это сделаю. Ага, значит, вот так вот игра меня оборачивает назад. Хотел повысить качество записи, чтобы картинка была более четче. Благо, это можно сделать. Но, блядь, вспоминаешь об этом в самые последние моменты. Не, я, конечно, могу сейчас на все забить и заняться этим, но, блядь, уже так лень, что просто писец. Ночь, луна, фонарь, не горят, фонари не горят. И полицейский участок, к сожалению, вместо аптеки. А чё тут? Сука. Хватит жрать уже. Что так поздно, а? Вы еще жрете. А что, туда тоже можно сходить? И меня даже никто не остановит. А у меня есть цель. Ну, в смысле, жизненная цель. Найти участки, новую машину. Пошли поищем, Фели. Темно, правда, конечно. Нахер мы сюда ночью? Ну, машин-то тут стоят всяко разные. А вот ключи, где бы найти? О, смотрите, пистол. For real пистол. Прям так валяется на улице. Бери, не хочу, называется. Ну ладно, заходим. Нас, конечно, там никто не ждет. О, дверь уже хотя открыта уже. Нас уже так скромно. Скромно намекают нам, типа, входи, что ты ломаешься. Ну окей. Я парень простой. Заблокировано. Орайт, мужской туалет. Нас, конечно, это интересует. Мы как настоящий пацан ходим. Only woman. Туалет. Кстати, по-моему, это не очень удобно. Или мне кажется. Блять, я даже не могу запрыгнуть в него. А похер. Ну, в смысле, то, что, блядь, дверца так, блядь, прямо. Ты не то что в упор, уже прям в туалет входит. То есть как там человек сидящий будет находиться? Как ему уходить потом оттуда? Когда он сделает свои грязные дела. Ладно, хер бы с ним, это уже придирки к игре. Это уже придирки к игре. Блять, женский туалет, как всегда, самый грязный. Вы спрашиваете, откуда? Откуда я владею такой информацией? Почему он, как всегда? И
И почему самый грязный? Я не знаю. Окей. Что здесь есть? На удивление, тут есть свет. Что поразительно. Больше нигде света я не видал ранее. Ну, кроме дневного света. Это не в счет. Бля, определенно надо было повысить уровень графики, уровень картинки. Ладно, хер с ним. Прям печалька, прям не могу. Грустно становится мне от этого. Блять. Тут кто-то храпит. И кто-то хрюкает. Кто-то что-то делает явно. И это не я. Сука, вот ты не вовремя. Ранен, повторяю. Окружены, офицер ранен, назад. Back off, motherfucker. А чё, а в ответку позвонить нельзя? Алло, по скайпу, набери. Писец какой-то адовый. Тут даже зомбарей нет, все трупы просто. Просто все трупы. Ужас. На батюшки, боже мой. Хорошо. Ну, кто-то где-то хрюкает, это я точно слышу. Блядство. Я нашел, кто хрюкал. К сожалению, сука, не очень. What you think about that? Не очень рад тому, что я тут гуляю у него по участку. Офицер, офицер, что вы делаете, прекратите. Вы меня съедаете. Остановитесь, ха-ха, остановитесь. Так, ладно, сода, сода, сода. Локер лум. О, серьезно. Надо туда зайти будет. И сюда надо зайти будет. Давай сюда сначала зайдем. Тут у нас, видимо, потрошки, а не запасы боеприпасов. И это еще пистолеты. Что до хера пистолетов? Ебаться, ой. Блинский, блин. Граната. Че, фоллоу уже? Серьезно? Да ладно, граната, две штуки. Фига, сколько места занимает все это говнище. Блядство. Ложить-то некуда. Слишком много револьверов. Слишком много револьверов. Хотя в одном из них 6 пулек. Они мне явно бы пригодились. Явно наверняка бы пригодились. Так, ладно, пошли. Ванну? Сначала ванну, да? Думаю. Пошли ванну сначала. Ну, ванну, душевая, блин. Где они? Спинки друг к другу, полицейские моют. Труд. Натирают. О, еще потрошки. А че они тут? Да ты издеваешься, наверное, гандон. Ой, говник. Плохой человек, короче, ты. Как тебя там? Дэрил? Дрейк? Дрейк? Патроны важнее, чем нежели револьвер один еще. Слишком много их у нас. Тут даже писсуар есть. Можно не обязательно ходить в туалет женский, когда тут есть. Когда можно тут и помыться, и попысать. Заодно. А этот вообще решил в одежде помыться. Ну хер бы с ним. Хер бы с ним. Дай идти. Блин. Слишком гараж. А, тут гараж у нас. У нас. Там гараж. Гараж это хорошо. Но, блин, рано. Что-то, знаете, снаружи казался этот намного меньше, чем тут. Тут он прям какой-то огромный-огромный. Ну, еще кто-то кого-то жрет. Прямо нежели. Ну, я думал, сейчас скажет фоллоу, я обижусь. Тянка, смотрите. Тянка. Ну, wanted. Это кто-то из разработчиков, да? Заскриним. Ну, так себе. Ну, да, так себе. Ну, ме. Ну, даже издалека так себе. На самом деле. Ме.
Так, 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 так. Заперто? Там человеки? Живые? И прям всерьез? Да я вам утычаю, там человеки. А почему эта дверь даже не то, чтобы она не заперта, она вообще даже не говорит, что она заперта. Она не разговаривает со мной. Она как бы не говорит мне. Не поддается. Эй, you need immediate attention? Хорошо, что он мне... Looking for Uncle Jess and a working ride. Странно, что он мне сразу же пулю в лоб не всунул. Не вбил, не впечатал. Так, дядь, я залезу, да? Ты не против? Чё тут у тебя есть вообще? Как ты тут растился? У тебя пули есть, оружие или типа того? Поговорить. Шериф, Give me description, I'll have my men keep an eye out. Блин, этот акцент их ужасный. Son, и жаргон. What's left of an entire county alive. I can't leave here. How about a car then? Truck would be better. Tell you what. Send a couple of my deputies over to the motel next door to check out some screaming. They aren't back yet. You find them, I'll have them look for your friend and set you up with a ride. Deal? Deal. You've been at this for a couple of days. Sharp eye. You have a radio, good. Get on it. I'll talk you through Pemberton as you look for your uncle. Yeah? All right. Squad 441, priority. I have to get that. Good luck, son. Мне просто нужна машина. But I ain't your son. Пхи, блять, выпендрился. Чё надо сделать? Найти новую машину. Everywhere. I lost a man right here in the station. Да-да-да-да. Can't be too careful. You been to the motel yet? Нет. Обыскать мотель. Не обязательно зачеркнуто найти пропавшего младшего офицера. Не понял. А чё он зачеркнуто? Я же ещё никого. Ты или это ты? Джон, это. Хер поймешь вас, кто вы есть, кто. У тебя ноги там вообще есть? Блин, это какой-то странный вопрос я задал. Right across the way, son. Прямо по дороге, сынок. Окей, я понял. Я тебе не сынок. Ладно, пошли. Дела. Миссии, задания. Так я надо в гараж сходить мне тоже. Я там не был еще. Что у вас в гараже есть? Ну, то есть машины. Какую ты мне можешь предложить? Ха? Свет. Блять. Этот микрофон. Да стол дурацкий маленький. Приходится близко к микрофону наклоняться. А монитор, блять, огромный. Так и зрение недолго испортить. О, можно вот эту взять и бить по голове кувалдой? Или ключом хотя бы? На сколько это? На 20... На 24? Нет? 27? Ну, бензяка. Да ты гонишь, чувак. Нахер эта граната? Только не зарви нас. Я думаю, что гранату кинет и взорвет нас всех к чертям. А чё, мы на полицейское поедем точили или как? Там кто-то есть. То есть это как полицейский участок. Я, ну, мне нужна, в принципе, машина. Плевать, какая. Как-то плевать, какая. Что я имею в виду? Под словом плевать, какая мне нужна вместительная, быстрая, чтобы мало жрала бензина. Ну и не сломалась, может быть, что ли. Да нахер этот бенгальский огонь, нафиг он не нужен, бенгальский огонь. Ну чё, тут больше ничего нету. Ну, бензяка тоже неплохо, на самом деле, да. Поскольку те два придурка, ну, один, по крайней мере, из них придурок, это точно, ищут мне еду, чтобы хилить сами себя. То есть гениально, они здоровы, пошли убиваться на суицидальную миссию, чтобы потом похилиться. Это гениально, я знаю. Ну, блядь, надо же им дать работу, а то они совсем умрут от безделья. Так, блядь, чё я кругами хожу? Я просто найти выход не могу. Где тут выход? Откуда я пришел? Вот отсюда, через эти
офисы, офиса. Не, картинку надо повышать, я так смотрю. Второй монитор, и там жизнь, конечно. Графика не очень, в отличие от того, что я вижу. То есть она и так не очень. А на записи она выглядит еще страннее. А, блин. На Ютубе так вообще отвратительно все это выглядеть будет. То есть картинка похерилась где-то в результате записи. Это отстой. Это отстой. А где вода? Тут нет воды. Мотель. Блин, дядька, вы такие умные все. Посылаете меня куда-то в ебеня. А сами, блядь, сидите жопой отсижите. О-о-о. Людоеды жрут. Людоеды кушают. Нож на самом деле херовый. Труба была интереснее. То есть, с трубой я чувствовал себя более безопасно, чем с ножом. Нож какой-то маленький очень. Нож какой-то маленький очень. Блять, это не то, что я хотел. Ты делаешь не то, что я хочу, главный герой. Дэрил, Дерек, или как ее там. Ты делаешь не то. О, а можно на этом поехать? Это ж заебись, это прям вообще кандидат на машину года. Или вон на фуре вообще. Там ну, ничего нету. Опа, она. Ой. Батюшки Иисус. Хедшот, бичес. Мухи летают. Это мотолок. Я уже согласен на мотолок. Лишь бы не нож. Драться им. Конечно, Unreal. Это все стекло, и оно все, я так и понимаю, бьется. Да ладно. Стекло бьется. Не может быть. Артём, ты гонишь. А чё, бензяки нету? Я все ухожу. Не-не-не. Я ушел, зомбарь. Всё, я знаю, какие вы надоедливые в этой вселенной. Если вы, по крайней мере, идете. No, no more room. Ты чё, бредишь, что ли? Вы идете до конца. Man, I needed that. You'll come in handy. Заебись. Это намного better. Better. Стрелка. У меня есть арбалет? Арбалет! Чтобы стрелки брать. Есть. Может кофемашину с собой забрать? Это же вообще огонь будет. Так, и все тут, ничего больше нету. Время как было. Одно. Так одно и то же время и стоит. Ничего не меняется. Езда. Звезда. А, нос чешется. Так. Это отвратительная идея, Артём. Отвратительная. Ты плохой. Я плохой. Что я делаю, хз? Ой, хз, что я делаю? Ой, хз. Это офицеры полиции или нет? Это женщина офицеры полиции. Женские офицеры полиции. Нонсенс. Нонсенс. Тихо, зомби, не надо. Нехороший зомби, нехороший. Не-не-нет. Зомби не надо. Сейчас ночь. И вообще не надо так делать. Это нехорошо. Я могу испугаться вдруг неожиданно. Зомби выскочит на меня. Да? Страшно. Ой, страшно. Боюсь. А? Упысаться.
все-таки есть женщины в этой вселенной. Женщины-зомби. Блин, эти все мотели с игр, с комиксов, все на одно лицо. То есть, серьезно, это я уж на секунду подумал, что это тот же самый отель, что и в одноименной игре от Telltales. Похож. Они, блин, они все похожи. Ух ты, блин. А я могу? А я не могу. Странно. Можно выключить это парашу? Знаете, оно меня бесит. Водичка. Можно закрыть дверь. Чего я делать не буду. А можно ванну принять. Чего я тоже делать не собираюсь. Что самое интересное, одновременно во всех часах этого мира или города, блять, после того, как настал апокалипсис, вдруг остановилось время. Это минус игре. Я люблю, когда время идет. Вспомните на хотя бы Dead Rising 1. Там все часы в игре двигались. Причем в реальном времени. Ну, как в реальном, по меркам игры. Ух ты, блядь. Это что? Не-не-не. Не надо. Закрой эту парашу. Да я мастер стелса. Бог стелса. И чё тут? Вы кого-то жрали, а со мной не поделились, сучки. Минус зомбарь. Старинки ее пришлось грохнуть. Не так, как всех. Особенное. Шо у нас есть в ванне. В бассейне. Бассейн, конечно, так себе, уже пора воду менять. И чистить бы понадо было. Тут свет горит. Нонсенс. Нихера сколько звезд. Что, кстати, странно. Что, кстати, странно. Патроны намокшие. В бассейне имеются. Ну чё, там это где-нибудь посушим потом. Нормально работать будут. Так, я вот тут был, да? Или где я был? Блин, Артём, ты бы дверь хотя бы не закрывал за собой. Чтобы это, ориентироваться, где ты был и где ты не был. Тут я был. Окей. Тут я не был. Тут я не был. Ой, блядь. Что это? Сука. Я обоссался сейчас. Ёб твою мать, блядь. Нахуй вы так делаете? Ой, тут аж ругаться мне заставляете. Это реально... Это был... Да, это был мой. Может, гранаты нахер? Это же гранаты. Или три болта выкинуть? Это болта выкинем. He's looking for you. Че, сообщить теперь шерифу, что стало с его напарником? Младшим. Сука, я на кровать запрыгну, и ты меня не достанешь. Ты иди ты нахер. Да пошел.
это ты меня напугал? 99. Спокойной ночи. Ублюдок. Дик щит, или как там они говорят на своем, на родном. Окей. Что, тут много еще комнат, отелей, номеров? Это вообще заблокировано. Можно попытаться в окно, но не хочу уже. Сюда можно зайти. Что это за... Водица. Напьюся я водицы. Жить буду точно. Чё-то маловато как-то. Однако скудно. Как-то бедно, как-то бедно. Все не поддается. Интересно. Что это у тебя? Мне показалось... Нет, мне не показалось. Мне не показалось, друг. У тебя реально пачка патронов. Хера, уже 2 часа ночи я тут сижу, ору. Что-то время как-то быстро прошло. Вроде еще недавно было только... Только 9 часов, а уже 2 часа ночи. Нифига, куда время делось? Чем-то я тут таким занимался. Интересно. Что время так быстро прошло. А? Мисс зомби. Госпожа зомби, блядь. Ну, это, конечно, прикольно, да. А как мы тогда проедем? Ну, то есть, окей, ладно, вы говорите, тут тупик, и я не могу пройти. А как тогда мы проедем на машинах через это парашу? Я тут пешком даже не могу пройти. Как вы мне это предлагаете сделать? Странно, что бензяку нельзя слить. Это интересно. Ха-ха-ха. Валим отсюда. Короче, обратно к шерифу. Делать тут, походу, больше нечего. Ну и хер бы с ними. И так пойдет. Блин, пореспаунились. Никак иначе я по-другому назвать не могу, кроме как дикий адовый респаун мобов корейских. Из ММО-РПГ. Корейский рандом. Как огонек реалистично выглядит. Ну, о, блин. О, блин. О, блин. Да он не один! Да иди ты, женщина, нафиг. Какая-то рукастая, блин. Видимо, хорошо борщи варила при жизни. Блять, как бы так вас обойти-то? Чмыри вы мои. А? Сука, ну зачем он это делает? Я не понимаю. Я же явно не это нажимаю. Вот сейчас бы что-то он вообще сделал так. Хотя я должен был профейлиться. Да ты что? Нет. Стелс, деревенщина. На меня похож был парень. Был. Ключевое слово.
Ого, однорукий бандит. Блять, чуть главное, чтобы из-за угла какой-нибудь черт не выскочил. Я тогда басусь. Прям на месте. Ну, добивания такие, прям лихие, я бы сказал. А-ля Doom и все такое прочее. Блять, почему меня не покидает мысль о том, что сейчас кто-то из-за угла на меня выскочит? Какая-нибудь тварь дикая. О, блядь, не подходи, обоссу. Сука. О, блядь. Что за нахуй? Ой, я. Правда, блин. Ушел за мной. Да, но один зомби мне не помеха, к счастью. Ну, короче, он сдох. You find anything? I didn't make it. Я дробовик взял. И можно и себе оставить? All of mine were good men. Да, 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 да. Here's the keys. Full tank of gas. Вот со мной не поедешь, нет? Не хочешь? Ты как бы пригодился. Looks like you could use some help. Of that I am certain. Go on now. I got a system. Palmetto Estates are still evacuating civilians to safety. Sent my daughter there. Get there right quick. Squad 910, Lee, is that you? Yes, sir. I'm in the campground. I have a few survivors. Back up. Send back up. Все? Ты это... Все? Мы квиты? Мы все-все? Прям все-все-все-все-все? Ты не хочешь мне квест дать? Я как бы готов. Ну ладно. Я бы еще поиграл. Мне, в принципе, понравилось. Патруль на машине, это в смысле гараж мне надо идти сейчас? Гараж. Блин, кажется, из-за угла сейчас на меня какой-то черт выскочит. Никого? Лучше все-таки смотреть. По сторонам периодически. Потому что я параноик уже. А какой машине? На улице? Я думаю, может, она в гараже стоит. Кажись, нет. Блядь, почему мне кажется, сейчас их тысячи повалит отсюда? Вон какой-то хер стоит уже. Сильнее будет тебя. Ты что-то совсем дохлый парень. Вы тут все братья-близнецы. Такая музыка, как будто на меня сейчас тысяча нападет. А все? Ну это было быстро. Uncle Jess, where the hell you been, you old coot? Jess? Я бы не сказал, что он изменился как-то внешне. Я надеюсь, он того. Блять. Эй, я не ту кнопку нажимаю. Паренька не убил? Ну хер бы с ним. О, чика. Ха. Ачивку получил. Лалка. Блять, он почти сдох, сука. Один сухпайок. Короче, ты что нашел, то ты сожрешь, дурак. Блять, сдох наш дядя. Ну хер бы с ним. Ага. Инвентарь. Не бросать инвентарь, машина переполнена. Одну надо штуку выкинуть. Выжившие. А можно, блядь, почему нельзя прям сейчас его накормить? Сука, что за тупость? Ёбнутая игра.
Вот сейчас бы его накормить вот этой как раз лишней херню, которой мне не хватает уже. Не оставлять в машине. Сука тупая. Чё выкинуть мне теперь? Пистолетные патроны? Винтовку? Давай в минус винтовка. Да. Ну, путей у меня больше нету. Едем-едем-едем в далекие края, и белые медведи нас... Что? Конечно, обыскать ферму. Да, я хочу обыскать ферму, если мне игра предлагает. Если мне игра предлагает какую-то интересную новую локацию, то я всегда готов. Отстой. Да, придется бросать трубу. Выбора нет. Странно, что тот чувак не пошел. Не пошел на задание. Ну, тоже, типа, мне хотя бы помочь. Ну, хотя бы не на ферму, хотя бы куда-нибудь в округе. Побродил бы. Посмотрел бы, что есть. Извините, не хотел. Так, можно домик зайти? Так, домик, я думаю, оставим напоследок. Сначала вокруг домика походим. О, блин, смотрите. Красота какая. Чё, ты тут один? Вас больше нету? Странно, что вы вас так много в одном домике собралось. Либо это очень большая семья, либо вы все дружно вместе пытались здесь спастись. Но потерпели фиаско. А где эти? Куры? Или поросята? Или щенята? Или что-то. Это же ферма, нет? Упс. Ладно, окей. Lost and found. О, бензяка. Найс. Это красиво, да. Бензяк, это хорошо. Блять, вон еще бензяк, но там зомбарь ходит. И не один. Сука, увидел, кажется. С арбалетом просто неохота играть. С арбалетом. Он слишком читерский. Блять, минус. Стрела. Минус стрела.
Нельзя-ка. Арбалет слишком читерский. Я хочу в колено тебе попасть. Там, по-моему, ачивка давалась. Упс. Я могу ошибаться. Ау! Слушай, это уже больно. Мол, типа 10 стрел, если вогнать зомбаря, он выживет. Видимо, так и вправду можно. У меня нет, к сожалению, 10 стрел. What the hell? Зомбари идут на пролом. Не, можно решить все быстро револьвером. У меня 6 пуль только для него. Вот для дробовика. Пуль-то много. Желание стрелять не, не охота, потому что... О, блять. Потому что их вас потом хер выведешь отсюда, зомбарей. Да? Блять. Куда моя стрела вот делась? Короче, переходим на стандартный ножик. Ножик. Ну, кто-то не попал по нему. Все, он умер. Вроде вытянулся, значит умер. А ты моя стрела, бедная, несчастная. Это ловит к нам в гости. Еще встретим его. На нах. Или это женщина? Хер их знает, они все на одну лицо. Женщины, что мужчины. Сухпаёк. Это хорошо. Блять, вас тут совсем не кормили. Ну блин. Чё ж так больно-то? Нежней, друг. Падай. Не надо сопротивляться. Не надо. Вот этого мы не любим. Сопротивление бесполезно. Так, где лестница на второй этаж? Еще все двери разъявлены. Так, 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 так. Пакет, вот, блядь. Ты бы сумку побольше носил. Было бы полезно. А-ля пупк какой-нибудь. Чтобы сумочка побольше была. Где второй этаж? Не говорите мне, что тут только один этаж. Я не поверю. Не может быть. Этого не может быть. Херасия! Это что вообще за дичь? Это что это? Это как так человека вообще разорвало? Посмотрите. Это умница. Хера его прям тут сажали. Или ее. Кто это? Кто это? А кто это? А фиг его знает, кто это. Местные дурачки. Деревенские. Интересно. Ну, чё скажешь? Больше ты уже ничего не скажешь. По-моему, тут больше нечего ловить. Тут реально один этаж? Я думал, тут два этажа. Ха! Интересно. Ну что, устроить перестрелку напоследок перед выходом? Или не стоит? Да хер с ними. Еще успеем настреляться, я уверен. Ну, поехали, чё? Да? Мы едем, едем, едем. Ну, все туда же едем, да.
home of the arrow that lies beneath. Repent, 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 send me the bow, broke salvation. Enough of that shit. Давайте на этом остановимся, что ли. То есть, не, мне игра понравилась, прям. Прям интересненькая. Лечись, друг. Дохлый какой-то. Ты мне нужен живым, как бы. Ща, надеюсь, он не умрет. Дать ему что-нибудь посильнее. Лишь бы не помер. Че ему дать-то? Винтовку. На винтовку фигли. Дроп оружие. Что такое дроп оружие? Это типа дробовик? На дробовик, господи, мне не жалко. Ищи еду. Короче, сиди в машине. Чувак, ну сиди в машине, нехер. Ты вообще какой-то дохлый, я смотрю. Сиди вот с дробовиком в машине. Я сам все сделаю. Да. И скажи спасибо вообще, что я тебя с собой взял. Гнида. Машине 15. Я 7. Всяко. Пистолетные патроны. Патроны для дробовика, револьвер. Дай-ка мне патроны для револьвера. Пистолетные вот патроны мне. Патроны для винтовки. Патроны для автомата. Патроны для винтовки. Би-би-би-би-би-би-би-би-би. На тебе это. Мне надо немножко просто места. Совсем малость. Самую малость. Блять. Дай мне. Сложно. Нет, тот чувак, конечно, молодец. Забрал винтовку. Ой, дробовик себе, патроны не взял. Дурак. Мне больше нечего. Только выбрасывать, если все это уже. Например, гранаты я навряд ли буду ими пользоваться. Ну и все. Больше чем. А больше и нечего. Ты дома сидишь, да? Ну, в смысле, в машине. Давай я тебя еще немножко подлечу. Хотя хер с тобой. Сам подлечишься пока. Я надеюсь, они имеют немножко. Способности самолечения. Так, где я оказался? В какой-то очередной жопе мира. И у меня задание
миновать толпу и пробраться к полицейскому участку. Очередной полицейский участок, значит. Слишком много полицейских участков, я хочу заметить. Ну ладно. Не, ну, пока все прям здорово-здорово. Мне очень все нравится, очень все кошерно. Интересная прям такая игра. Тут я эту не нашел, какой-то постер. Хорошо. Ну, на этом пока все. До новых встреч в эфире.